танцевальный, жизнеутверждающий хард-рок. Если в 20 лет вы не были либералом, значит, у вас не было сердца. Если в 30 лет вы не стали консерватором, значит, у вас нет разума. Мы Джили Фишн играем музыку в стиле Да, мы просто делаем то, что у нас как-то получается, на наш взгляд. И стараемся делать это хорошо. Влад, это гитарист, я на вокале, Аня, наш басист Егор, Елена, барабаны, Денис. Играем то, что нравится, не заморачиваемся. Группа Vinyl Blast. Да. Собственно, наш главный духовный сенсей мира. Мы играем в жанре альтернативный рок во всех его проявлениях. Мне просто позвонили в 4 утра, сказали, чувак, концерт через 3 дня, давай в шпорте. Моя темка, давайте посмотрим. Можно сказать, что мы родились в прошлом тысячелетии. Ну и наша любимая музыка в основном лежит где-то там. Самое важное – воспринимать своими ушами, своими душами, своими чепушами и прочее.